представительстве президента Украины в Крыму не ответили на наш информационный запрос. Мы его отправили 2 недели назад. Не отвечает и контактный телефон, указанный на сайте. В начале апреля наша съемочная группа уже пыталась договориться об интервью с постоянным представителем президента Украины в Крыму Натальей Попович. Но звонки в приемную, на мобильные и даже в двери представительства не дали результата. Мы повторили попытку договориться об интервью, отправив запрос на электронный адрес, указанный на сайте, и заказное письмо.